пятерка с Полиной. Просто никого. Не, смотри. О! Очень неожиданно. 9, 44, 107, 208. Скачка по 240. Народ. Привет, вы что не спите? По 8. Без 28. Да! Привет. Полиночка, орут, зовут. Так. Тат, поведи прямой эфир, Тат. А мы на съемках в такое кино. Сейчас нас зовут в кадр, но... Тату! Ведет его дальше. Полин, появилась тут. Привет. Черновато-то. Когда мы можем, тогда и выходим. Ну все, смотрите. Что ты делаешь? Привет. Привет, Екатеринбург, привет. Сейчас меня по башке будут давать. Большая восьмерка, дай почитать. Сейчас что делаем? Мне на башку падает этот самый мешок с богатствами. Да, просто ищет два лошади. Ух, эти кудри. Обожаю. Можно меня отнять? А просто посмотрите на мой лук сегодняшний. Сейчас покажу вам нормально. Я сегодня в тренде. Ну, по крайней мере, такие тренды, типа на мечтах, новый сезон. Колготочки в сеточку, сетчатое платье, сеточка на сеточке. Все сеточка будет на там. Да. Такие типа грубые ботинки. Это колоба. А вот такой кислотный диджей, я хотел сказать. Но это не из нашей молодости, это не тот народ. Кислотный бельвет. Вот. Бельвет. Что, покажите? Саш! Какое желание загадать? В общем, я хочу, чтобы мне на голову свалились на земле богатства. Золото, бриллианты. Смотри. Золото, бриллианты. Привет. Кислота. Ёптить, как тут перевернуть-то? Ребят. О, какая же я красивая, господи. Когда особенно крупный чувак. Да пусть они там выставляют свой кап, давай посидим, позырим. Народ, привет. Будет ли продолжение девчонок? Не знаю, не ко мне вопрос. Российский, привет. Кононенко. Как дела? Хорошо. Родной муж. Вы такая маленькая, я думала, вы высокая. Ну как, 1.73 у меня рост, я не знаю, я среднего роста. Привет, Англия. Привет. Как относишься ЛГБТ? А что такое? О, Господи. Нормально. Мы снимаем такое кино. Программу на ТНТ. Привет. Пойдем погуляем где? Привет, Алматы. Привет. Мы в Перово. Hi from Vietnam. Vietnam, hi. ЛГБТ. Я думала, знаете, это как партия какая-то. КПРФ, ЛГБТ. Привет. Обратный отчет. Не знаю. Южная Осетия, привет. Ходила или читала iFuck. Что есть клиник? Я тоже не знаю. iFuck? Я знаю, что есть клиник. Я знаю, есть лайфхак. Я просто в образе Полины из такого кино. Поэтому не обращайте внимания на какие-то мои маленькие глупости. Привет. О, Минск, привет. Я недавно у вас была. Привет. Пойдем ляжешь.
Нет, она не ложится. Она сейчас. Я с ним разговариваю просто тогда без нее. Давайте снимать. Да? Я начинается. Без, знаешь, вот это вот. Посмотрите, с кем я работаю. Посмотрите, с кем я работаю и поймите рецепт моей жизнерадостности. Вот, смотрите. Вот, посмотрите, сколько мужчин. Настя, привет, привет. Привет. Я супер-мега-стилист в Санкт-Петербурге. Но жена Настя. Классно, она очень крутая-крутая. Вот так что, Настенька, привет. Бородачи рулят, слушайте. У нас какой-то этот фейс-контроль, типа бородатые мужики все у нас работают. Зима была... Что, Саш? Может, нет сниматься. Ну, просто чтобы вы понимали, да, как бы, вот работа не то, что из-под палки, из-под ножа. Сложная работа, тяжелая, опасная. И я. Мы не знакомы лично, но я заочно. Это я Настя отвечаю, так чтобы вы понимали. Ты играешь в театре? Ты играешь в театре? А как он? Тебе комфортно с короткой стрижкой? Вполне. Ну давай сюда ты залезь. Привет. Это таточка. Это тата моя. Это мое. Чудо твое. Мое лицо, голова и совесть. Хорошо, пролей отличное настроение. Спасибо. Голос вообще бог ты мой. Волшебный. А как я пою? Аки соловей. Давайте снимать. Да, Саш, у меня прямой эфир. Не будем мы ничего снимать. Блин, ты как клоун из Оно, блин, с красным шариком. Полине подарки дарят. Вот в прямом эфире подарили подарок. Вот, смотрите. Ой, мы как сестры. А с кем? С Андреем? Или с Татой? Вы там едете? Или это типа едите? Был вопрос. Едите, видимо. Вы там едете, мы на трамвае. Подъезжаем. Тихо, смотрите, что будет сейчас. Сейчас что будет. Вот я сейчас пойду в кадр, а Тата меня поснимает. Деньги Полине в голову. Нет, и драгоценности, и бриллианты давайте. Они здесь рядом. Да вон, смотрите, целый пакет у нас. Смотрите, сколько у нас бабло. А там что? Я помню, помню. Деньги давай. Просто сейчас. Без миллиона не подходи ко мне. Нечисть какая. Я решила стать корыстным. Это деньги. Вон, смотрите, целый пакет. Собирай. Священный администратор Володя и вот Ванька. Ванька убежал. Нас очень грозили павильон, если посмотреть наверх, там всякие птицы и так далее. Нас как будто бы... Тебе удобно? Вполне. Замечательно. Подушку не надо. Безопасности. Ой, ну картины здесь. Ну да, очень удобно лежать. Я подрежу на звуки. У меня сзади прикреплен. Где звук? Можете снять его? Не очень. Mm. Давай, давай, бабки, давай. Сюда, денег. А ты зачем попросил еще, Володя, бриллиантов? Да? Где, почему бриллианты не лежат? Мне свалилось на голову. Деньги не такие тяжелые, как брюли. Мне нужно спрашивать. Ювелирка. Студию. Филли купил себе Ауди, и теперь нет бриллиантов. Прости. А, у нас компромат записывается просто в прямом эфире. Друзья, вот такая работа. Лежу в деньгах, все хорошо. Красиво, по моде одета. Так. Что? Ты опять сверху пришел. Да. Сфоткаешься так, чтобы было видно, что жизнь удалась. Да,
Да, да, это вот начало, когда... Блин, Зара, а сфоткай меня, я шоурум отрекламирую. Вот так. У меня мой телефон в другом месте. А сфоткай, пусть она отрекламирует. Шикарный кафель. Я бы сознание и теряла бы. У меня телефон на зарядке просто. У меня тоже телефон на зарядке. Ребята, из прямого эфира сфоткайте, пожалуйста. Давайте, скриншот. Вообще я нормальная. Тебе так кажется. Смотри, Андрей, вот она типа тут грохнулась. Я такой, ты че? Да-да-да. Че ты все буквально воспринимаешь-то, а? Проваливай отсюда, это было ее последнее желание. Хорошо, есть масло сливочное и подсолнечное. А ты запомни точку, давай уберем эту штуку, сейчас будет сложно убрать. Давай. Ты про меня? Слышка, которая сложно работает. Ой, слушайте, я плюнула, и все, фонтаном обратно. Ничего страшного, там их не видно. Так, все, тишина. Вот так прям. Моторы. Плюнуть в лицо Максимовой может только Максим. Ребят, что-то у меня опять камера светает, ну пофиг. И начали. Ты чё, дурак, чё ты так все желания буквально ты воспринимаешь, я не понимаю. Давай проваливай отсюда, это было её последнее желание. Это, слушай, а есть масло подсолнечное, сливочное там такое? Нафига? Ну, типа, у меня маленькая эта лампа, я как бы ипотеку ещё за неё не отдал, но я перееду в побольше. Давай проваливай отсюда, мы в России живем, мы везде без масла залезаем, давай. Ладно, ладно. Полин. Все было. Давай крупничок тебя на всякий случай, чтобы можно было. Блин, пожалуйста, фоткайте меня. Кто-нибудь в прямом эфире. Да сфотографируйте кто-нибудь уже. Ну вот. У меня такая камера. Тишина! Где твой телефон? На зарядку сел. Твой телефон у меня в руках. Там прямой эфир. Тишина! Начали. Ты что все желания-то так буквально воспринимаешь? Ты что, больной что ли? Все, давай проваливай, это было ее последнее желание. Это, слушай, а есть масло сливочное или подсолнечное? Зачем? Ну просто маленькая лампа, я как бы хочу лампу побольше переехать, но ипотеку еще за это не отдал. Все, давай проваливай, а? Мы в России живем, мы везде без масла залезаем, давай. Ладно, ладно. Ну все, давай проваливай и отсюда же. Куда ты запнулся? Зачем? Ну просто у меня лампа маленькая, я хотел переехать лампу побольше. Слушай, мы в России живем, мы везде без масла залезаем. Давай, проваливай. Да, было. Сейчас где Полина заходит сюда, это желание еще. Я там нету, да? Да, да. Там она просто заходит сюда, да, и забирает. Да, ты, она с тобой. У меня осталось. Все, пока. В смысле пока? У меня больше нет нигде. А восьмерку ты записал? На хромаке. Андрей, ты чё, блин? Можно секунду, на секундочку, плечо своё показать. Очень красивое плечо надо достать. Прям совсем чуть-чуть, секунду. Иди, плечо покажу своё. Плечо, плечо. Подожди. Плечо. Смотришь вверх. Его отпустили, что ли? Прикинь. Нормально. Он приехал позже, главное, блин. Уехал раньше. Стоп, было. Это опыт. А, да. Потому что он обед не заказывал. Это да, пробки. Да никакое кино, а такое кино. А, либо восьмерку сначала снимаем, потому что тебе придется волосы. Чего мне придется волосы? Я потом вставала. На тебя падает вот этот вот мешок. Дубинадзе. Я потом-то вставала с нормальной прической. А, ну, я просто когда она сейчас упадет, у тебя она станет плохой. Ничего она не станет. Ты хочешь реально мешок Полине на голову скинуть, вот этот тяжелый, 2 килограмма или что это? Саш, давай мы тебе скинем его, ладно? Я могу его себе кинуть, он лёгкий. Не надо, ну в смысле, блин, мне не надо вот с этим вот. Глаз. Что еще есть у Полины на лице? Ладно, хорошо. Значит, так график. Вы сделаете это, шарф туда какой-то положите, вот сюда сверху денег накидаете, и все, это вот легкое. Просто какой-то объемный, не знаю, блин, пакетов положите туда, и все. Там что-нибудь. Всему. Куртка? Всему учить надо. Привет. Привет. А что, восьмерку снимаем или что? Выставляйте тогда на... Вася, восьмерку снимаем. А это вы сняли на час?
хорошо. Нет, это мы снимем начало отдельно, после восьмерки, чтобы на всякий случай, чтобы прическу не смотреть там, да. Чтобы нос полили, не просто. У меня такая укладка, знаете. На что ставить? Привет. Ну, в общем, вот такая, вот такой бэкстейдж. А в чем проблема-то, я не понимаю. Ну, как бы, ну упадет мне, у меня также кудряшки и встанут. Ну, просто пакетов туда напихайте, а не вот этой тяжести адской. А то сейчас вы... Кидай. Видишь, не страшно. Ребят, когда у вас там пусто... Ребят, мне текст надо держать. Блин, вот нормальные люди? Вот как бы... Вот, пожалуйста, вот как бы... Сотрясение есть. Осторожно, камера! Было бы чему сотрясаться, знаешь ли. У тебя что, ничком падало вниз? Вот это сейчас буду делать я. У нас в теории есть. Ну, мягкий свет, Филипп. Командитов, Филипп. Да, блин, они меня хотят вырубать, вот это хрень. Я знаю, я видел ее. Должен пакет? Ну, понятно. Рам, собирайся. Хорошо, что не вот это. Давай сделаем, знаешь как? Филипп, сначала восьмерку, да, потом? Периодически, конечно. Подвинься сейчас. Так тут не мудюк, когда тут такая история. Я не знаю, он просто изначально... Кисловодск, привет. Денисенкова, Дарья, привет. Привет, трудяга. Ой, привет, Катюш. Катя, зачем? Привет. Да, ребят, такие же кудряшки и будут. Ладно, давай. Послушай. Вы боитесь, что задрется? Не, на самом деле, там вот такого расстояния плачу. Ну вы это самое сделали, облегчили эту хрендулу? Ладно, давай сделаем с ним. Тяжело? Ну, тяжело, конечно. Вы же девочка, блин, это вы мужики там башкой своей. Привет. Привет, Омск, привет. Мужики совсем... О, так, может ты... А, блин, нет, не сфоткаешь. Я потом лягу, сфоткаюсь. Давай сфотографируем. Не знаю, будут ли снимать девчонок. Совершенно не, вообще непонятная история. Подожди, а мы сначала же снимаем... Восьмерку? А, нет, или нет, эту нет, хрень? Нет, нет. Ну, там же освобождают Вовка и я. Да. Выйти там все свои, блин, флакончики, ключи от гаражей, редбулы, наручники. Что вы там носите еще? Спасибо, очень приятно за комплименты. Нет, колоки сейчас не нужны, потому что тут графон. Привет. В смысле не отвечать? Отвечаю я, ну как могу. Привет из Томска. В Томске не была. Одесса, привет. А, значит, нет, сейчас они в это самое. Сейчас я лягу уже когда-то. Полина Макс запустила прямой эфир. Да, давай, заходи. Заходи, гостем будешь. Ты смотри, у тебя с отставанием, Саня. Прикинь! Теперь мы будем тупить из-за этого, из-за того, что слушаем отсюда. Вот очень это интересный, да. Эфир, мне понравился, я поставил лайки. Молодец, правильно, ты сердечки у меня. А, сердечки, вы же делаете сердечки. А как вы делаете сердечки, я тоже хочу. А мне можно? Нет. Какие пластические операции в своем уме? Чем ты сейчас занимаешься? Я сейчас занимаюсь, у меня сейчас будут мешок с деньгами ронять на башку. Вот я чем занимаюсь, я на съемочной площадке. Почему? С Лешей общаюсь, но просто Леша же в Америке, у нас разный вообще режим. Ну, как бы, ну, редко общаюсь, да. Привет, Бердянск, привет. Ой, Питер, мой любимый город, привет. Привет. Ой, я под каким-то краном. Вань, где? Что это? Там, где точка, там твои. Без осечёнки. Привет, Барнаул. Привет. Ой, у вас же поздно уже. Программа «Такое кино» на ТНТ. Настя, привет. Привет, Пятигорск. Друзья, ну кроме приветов, можно еще какие-нибудь вопросы задавать. Спасибо, что ходите на фильм. Кто не смотрел, смотрите «Семь ужинов». В главной роли в новом фильме Кирилла Бледнева, в главных ролях Роман Курцин и, собственно, вот я. Да. Идите, смотрите хорошее кино, получите удовольствие.
Привет, Мурманск, привет Первоуральск. Привет, привет, кальяном. Чё, кого кальян? Ну вот, как бы, здравствуйте. Кальяном мне можно? Еще тебе чё? Нет, не жалею. Ты где? На съемочной площадке, вот. С этими безумцами. Вот, такое кино. Наши буковки. Вот. Попни, как будто моя. Зань, люблю тебя. Привет, привет, Нижний Новгород. Ой, как же вас много-то. Люди добрые. Ну, встаю, конечно. Я сегодня с 7 утра здесь вообще. Колосы вчерачим его, а... Раз, ну что такое дело, всем... Дай зелёнку! Из Крыма! Привет, смотрела девчонки, для меня с вами последний пример. Ты для меня раскрылись с другой стороны, как актриса, умничка. Спасибо. О, замуж когда? Когда я замуж пойду, Филипп, спрашивают. Сейчас. Когда мы с тобой заявление подадим? Смотри, Поля, мы два раза подавали, ты не приходила. Кто мы-то подавали? Мы с тобой, Поля. А, мы не с тобой? Надо обманывать подписчиков, пожалуйста. Ну, мы подавали с ней. Это Филипп Ролихин, ты режиссер такого здрасте, кино. Здрасте, очень приятно. Вот, всем, да, моя Люба. Ну, на самом деле, после трех переходов в ЗАГС странно так заявляйся, Поля. В смысле? После двух ты только что сказал. Да. Ты путаешься в показаниях. Да, я пьяный. Ночной дожор. Ой, а что вы хотите, чтобы я приготовила? Скажите, нравится вам рубрика? Смотрите? Планы на год, новые съемки, да, очень много чего, надо вообще подготовиться к съемкам. Очень, мне надо много уметь, надо верховой ездой владеть, стрелять там, ну, круто все, такое все. Интересно, я люблю постигать что-то для роли. За меня спасибо за ваши отзывы. Мы сначала должны... Ля-ля-ля, как дела у меня? Да супер. Как Полина, падает. Да киньте мне уже башку этот гребаный мешок и давайте хромак снимать. Что мы чиняем? Узбекистан, Украина, привет. Пошел, что ли? Андрюха уходит. Ну, давай, давай, с испортим прическу, еще проблема. Все, давай, пока. Снимаем общак с падением. Ты веришь в гороскоп? О, блин. Ну, это прикольно, мне нравится гороскоп. Хотя не очень верю. Рост 1.73 м. Нет, я хотела сделать... Блин, народ, какой же вам показатель? Да, а снимите сторис. Типа... Короче, я к вам вернусь. Или не вернусь, не знаю. А я вам, мое желание, это чтобы прям было куча денег. Дошла до сюда, смотрит на джина, куча денег. Вот не будет. Очень хороший план. Человек, а что делать-то? Как? Несметные, ну да. Чтобы не... Или людям показать, как это снимается. Не надо. Можем в сторис записать. Увидите в сторис, в общем. Я к вам потом еще попозже буду. А, надо... Спасибо всем, кто был. Я обещаю, я вернусь. Самое, как его.